Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вертикальный пылесос от компании Kelcher, модель VC5. Преимущество данного аппарата налицо. Это компактные габариты, высокая сила всасывания и привлекательный внешний вид. Аппарат оснащен телескопической трубкой, которая может быть отрегулирована под любого пользователя. Пылесос подходит прекрасно для уборки гладких напольных покрытий, прекрасно подходит для уборки ковровых напольных покрытий. И в комплект поставки входит ручная насадка, которая подойдет для уборки мебели. Производитель реализовал в данной модели двухступенчатую очистку воздуха. Фильтр HEPA стоит в нижней части пылесоса. И патронный фильтр располагается непосредственно в мусоросборнике. Фильтр съемный, легко моется, чистится, достаточно долговечный. Для того, чтобы опустошить мусоросборник, необходимо открыть крышку и вытряхнуть мусор. Пылесос оснащен регулятором силы всасывания. Давайте попробуем пылесос в действии. Сила всасывания действительно достаточно высокая. В случае с уборками ковров можно даже сделать на один уровень пониже. Лично мне очень нравится режим хранения данного аппарата. В нижней части пылесоса располагаются два магнита, которые при соединении смыкаются и позволяют пылесосу находиться в таком вертикальном положении. Сетевой кабель очень длинный, он 7,5 метров. Пылесос оснащен специальными крючками для хранения и удобной смотки. Как я уже говорил, фильтров в пылесосе 2. Несмотря на то, что их можно мыть со временем, их все-таки придется поменять. Они у нас всегда есть в продаже. Фильтр HEPA, фильтр патронный. Более подробную информацию можете посмотреть на нашем сайте karax.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и пока.